Недолго Юго-Восток Республики радовался теплу в плюс 25. Обещанные синоптиками грозы и ветер принесли неприятности. Очевидцы снимали происшествие на видеорегистратор. Кровля административного здания повредила 5 автомобилей, не вынесла силы ветра и часть стены. Кирпичи упали прямо на машину. Квадратов наш где-то около 30 квадратных метров снесло. А рядом соседние предприятия Сабакатехнозера более 100, наверное, квадратных метров. В итоге ветер сорвал почти 500 квадратных метров кровли. Сегодня местные предприятия подсчитывают ущерб. Своими силами убирают профнастил. Его вынесло на проезжую часть. Уже убрали, все вычистили. То, что могли, докрепили, чтобы дальше ветром не унесло. В ближайшие дни уже здесь все уберем. Стихия гуляла по району почти час. Роняла деревья, повреждены фонари, а молния ударила прямо в изолятор линии электропередачи. 9 домов, а это около 1500 человек, остались без света. 23:45 электроэнергия была подана. То есть оперативные службы сработали по энергоснабжению. Население, конечно, ощутило небольшие себе неудобства в этот вечерний период. Пострадавших, погибших нет. На выходные прогноз уже радует. До плюс 12 без дождя и сильного ветра. Самое время, чтобы укрепить крыши своих домов. Анна Гранова, Фуат Гасим, Булат Шафигулин, ТНВ, Азнакаевский район.